Слыхали новость? Шпацарую я зараз по Мінську. Шпацарую, гуляю. І бачу своїми очима. О, у телефоні новина. Пишуть гэтые редиски. Мінськ признан самым криминальным городом у Восточной Европе. Третье место. О, третье место они поставили Минск. Ну, они там с глузду съехали, тишо. Но я зараз, вот, шпацирую по Минску. Вон, МКАД, кстати, МКАД. Это все окраина города. Кольцевая. Автомобиль! Много. Ну як гэтых людзей назваць, а? Што рэйтынгі такія вырабляюць? Мінск – крымінальны горад. Можа і вправду людзі гаворыць, што они гэтыя паловнікі. Паловнікі, кастрюлі. Ну, разныя уровні просто. Ну, половник третьего уровня на голову надел, да? Там, если ежели уже кастрюля на голове, то 10-й левел. Вот им же верят кто-то. А ежели еще продвинутый, там же кастрюля вместе с лапшой надевается, правильно? Какие вы рейтинги еще знаете? Напишите в комментариях. У меня такое чувство наития, да? Что они просто завидуют, что в Беларуси все хорошо, мирно, спокойно. Законопослушные граждане живут. Ну, это тю-тю, которые. Тю-тю. Свалили за бугор. В Беларуси еще лучше жить сталося. Ну, а кто поехал лес валить? Заслуженно, а что? А як они хотели? Дороги тут перекрывали, людям жить мешали. Вот. Не зря же говорят, тебя посадят, а ты не воруй. Ну, а всем законопослушным гражданам счастья, здоровья крепкого, позитива и улыбок. Привет из Минску, классного города.